распродажа новогодняя, с Новым годом всех. Все правильно. Всех с наступающим. И с наступающим, да. И почем армавиры такие? Да, это наши. По 500 рублей. По 500 рублей. Да. Ну, по вашему желанию, да, а эти все желтые? Все по 500 рублей. Все. Потому что распродажа новогодняя. Все ясно. Да. Что-то мало. Мало продавцов. Денег? Нет, продавцов много, покупателей мало. Что-то... А, так люди приезжают отдохнуть, а не купить. Ага. Люди приезжают отдохнуть, а не купить. Так что приезжают за парк. Все верно, да. Дети, надо свою послушку походить. Не, ну а взрослые ездят. Так, всех голубеводов с Новым годом, с праздником. Всего самого хорошего. Спасибо. Так, поехали. О, 15-й РУС. Здравствуйте, да. Еще раз. Здравствуйте. Таракапкану. 500 рублей. Завтра можно смотреть, да? 500. Я постараюсь, как сегодня, во сколько смогу домой приехать. Обязательно будет. Так. Это звонки, вонок забирает. Я забрал. Еще было того передача. На, то, что у меня сын забирает. Тут еще не поймешь, кому как. Вот, поместье, Левушковский. Шурный. Чернохвостые, пара чернохвостых, что-то губ там, вкусно, пирог или бы. Сколько они, что-то они видят наверху голуби. Так, парочка мраморных, здесь тоже вот такой мрамор. Здесь чернохвостые, краснохвостые, ботинцы, чубатые. А почем такие хвостатые? 500. 500 рублей голова. Вот я свои, у меня свои. У каждого свои. Так. Пара черноплечих. А плечистые такие? Чернобокие. Почем? Рубль пара. Рубль пара. 500 рублей. Обычные. Мандаринки, или как их называют, если не ошибаюсь. Вот еще. Так, здесь разевал вот такие белые. А белые такие почем, чубаты? 500 рублей. Чили. Пожары. Так. Куры. Вот такие. И почем такие? 3000. Так. Пропустил немножко. Так. Снимайте красоту, снимайте в YouTube. Ага. Станица Пашковская говорит и вещает. Ведущие голубеводы Юга России, да? Вас скрывает, снимает скрытая камера, да? И почем такие хвостатые? 500 рублей.
500 рублей. Это вот и дети, это вот три пары старых, ну как старых, взрослых. Это молодежь. Это вот это молодежь. Вся гнатая птица, привитая, все. Ну, твои ролики я по голосу узнал тебе. Да? Да. Заходи, если. Вот там рыба есть, ловится, рыба ловится. Вот это был виноват. Некоторые шугаются камеры, да? Ну, почем бывает. А чили? Нормально. Это вот друга моего. И почем такие чили? Чуть дешевле, брат. Ну, посмотреть. Чили. 500 пара. Есть средняя космонавт, есть чуть больше. Что тебе нравится? Это вот. А телефончик не оставите свой? А? Телефончик не хотите оставить люди, если позвонят? Откуда? Отсюда люди? Ну, могут отсюда, а могут и не отсюда. Ну что, я высылать буду, что ли? А, ну если... Птица привитая, брат. Очень многие просят выслать, да, ищут такую птицу, выслать просят. Ездить на автобусе, но за таких денег. А, ну понятно, ну да. Надо было сюда ехать и сразу покупать. Приехали, вот там забрали, да, все, вот тех, да, и эти. Нет, сразу домой проезжали. А это тоже ваши, да? Да. Согнал. А эти почем? Согнал, посмотри, 500 долларов. Согнал, посмотрели, забрали всех, да, и все. Я молодец, не село. Все, надо. Вы сами откуда? Владикавказа. А у вас же канал, да, на YouTube? Да. Артемоны. Артемоны. Так. Ну вот, тоже краснодарская уже птица. Вот они такие огромные. Белястые. Белястые. Здесь вот сизые, чубатые. Даже с навесами есть. Не знаю, как будет видно, нет? Чуть-чуть, как говорят, с бровями. Кто-то говорит с навесами. А ведь и хозяин. Хозяина нету. Мраморные. Такие мраморные. Желтые. Желтые, желтые. А желтые почем такие? 500 рублей. 500 рублей. Сорт. А у вас гоненое что-нибудь есть из них? Конечно. А телефончик не можете оставить? Могу. Продиктуйте. Нет, телефон он точно не оставит, номер да. Не, номер. Там просто человек интересуется именно желтыми, просит, найти не может. Именно вот. Это же не желтый, это песочный. Ну вот этот более-менее... Песочный. Желтый бывает еще темнее, я понимаю, как вот ваши вот краснодарские вот эти желтые. Ну, вот это лучше масть. Это нальчиковская пицца. Ну да, как нальчинская. А оставите телефончик, продиктуйте. Да. Продиктуйте на видео. Да, записывается. 8-918-165-37-60. А звать как? Володя. Из солнечной Адыгеи. С Адыгеи. Вот, Саша, если что, вот, поинтересуйся. И спрашивал по поводу желтых. Ну, на вид вроде бы очень даже есть вот этот голубок. Ты только меня не снимай, пожалуйста. Не, я не снимаю. А белые тоже? По 500 или по дороге? Не, белые по 1000. По 1000. Бакинцы. Игорюха, троих катушка барашка. Ну с баранами проблема, ничего. А почему? С банка надо гоняться, чтобы он мимо насрал. Дед как заржет, съебал. Чили. Ну, видимо, то же самое. Ну, что ему должен сказать? Задал ебнутый вопрос, иди там ебнутый ответ. Вот такие мраморные. Мраморные и сизые. Ну, все уже. Доработаны в Краснодарском крае. Так, здесь у нас кролики, тоже артамоны по 500 рублей.
Вот они, желтогрудые. Так, а где хозяин? Спасибо. Там кроликов покажете какие. И почем такие малыши? Вот 500 рублей. И выше, в зависимости от возраста. А эти ваши артамоны? Да. Почем такие? 400. А вот эти? А это вот хозяин. Полторы пара там есть, полторы. Они, у вас там... редкие тоже, вот не очень на базаре. Это молодые. Они лупятся вообще, желтая голова чуть-чуть беленькая, а потом линяет и должен такой быть. Это уже ближе со второй линьки, вот он уже как более-менее, правильно? Ну, он голуба обычно с первой линьки, а голубки чуть-чуть тяжелее. Вот молодое, вот молодое, его ж видно, он молодое, хвост чуть-чуть не линяет. Я тебе говорю, ну завтра ты еще. Полторы тысячи пара, да? Ну есть полторы пара, есть и пол... Дай, Горек, почем? Полторы пара. А что почем? Не, номер продиктуй, может кто тебе позвонит, домой приедут, заберут. Ну, больше всего будут просить, если честно, отправить куда-то. Ну или отправить, господи. Если хотите, продиктуйте. В основном люди просят с России. 8-9-18-649-74-78. Игорь, вот такие вот краснодарские. Вот такие еще раз покажу. Красногрудые и желтогрудые. Вот они, молодежь. Когда завтра уже можно будет смотреть в Ютубе на себя? Ну, я постараюсь сегодня первый ролик сделать, а потом все по частям. Понятно. Это черный тоже артамоны, да, правильно? Да, Краснодар. Сизые, шейки, шейки белые. Очень много белых, но краснодарских. Вот они. Майкоп. Да вот все есть. Белое. А это майкопский или леушок? Нет, это моздовчане. Моздовчане. Он несет. Да. Желтый. Я буду идти. Желтый. Короче, у меня тёплый снимается. Вот так вот, пока сюда валит. Я говорю, ты что, где у тебя, говорю, проводки, мы ребята, все так помогают. Краснодарские желтые белохвосты. Черноплечие. Черноплечие. Почем такие? 351. 350 голова. Чернобокие, краснодарские. Давай, чай. Понятно. Это медовый купил, да? Говорят, это чай. А если вам позвонят, вы отправить не сможете? Нет. Просто нет. Человек инвалид, вот, ну держит такие. Я вкусен, нет. Это... Ну понятно. Времени нет, катастрофически. Не могу. Все понятно. Вот оно здесь, вот можно потрогать все. Ну да, это я да. Я понимаю, мне тоже верно. Вот заказал, вот сейчас пошел посмотрел, но я боюсь покупать. Он и деньги дал. Привезешь, а оно не то, потом забирай его себе. Ну, понятно. Ну, это наш, это к дому. Все. Так. Ну, 12 лет, посмотри. Ты 15 рус, да? Да. Юр, привет, молодец. Мы твои смотрим сюда каналы. Почем ваши статуи такие? Да подешевле. Ну, цену скажи примерно. Да что там, 300 рублей? 300 рублей. Так, ладно. Ну и нас давай. Спасибо. Давайте посмотрим. Всех голубятников. Всем привет. Да. С праздником, с наступающим, с Новым годом. С наступающим. Всех благ, здоровья. Молодец. А ну, скажи, спасибо. Скажи, Анатолий. Так.
Повисяли, да. Вот уже Николаевский Николаевский. Не надо, не надо. Белые, вот они какие. Очень большие. И цены разные. От 400 рублей до 1000 рублей за голову. Я, может, где-то не спросил, но там приблизительно цены знают. Вот так продают. Головатые. Почем такие головатые? По 500. 500 рублей. Такая пара. А какая пара? 1000. 1000 рублей. Там все по 500. Уже. Так, лошадка. Эти тоже, да? Айбоголовые. 1000 рублей пара. И так вот, все по 500 рублей. Так, вот такие статные. Статные. Вот тебе весь ответ. Красный удар. Почем такие статные? 1000 рублей голова. Блин, нет. Молодежь капканы. Видимо, буду. А такие молодежь капканы почем? По 300 рублей. Мраморные. Такие. Дальше у нас здесь головастик. Пара черных. Краснодарский белохвост. А краснодарский почем белохвостые? По 400. Это славянские. 400. Ну, славянские. Краснодарский край. Да. Там голубь и алук. Алук почти белохвост. Такие горлинки. Горлинки. А почем такие горлинки? 300 рублей. 300. Такие. О, сова. Сова. А что у нас? Пойдем. Они у нас. Так. Они у нас пишут. Вот. Далее. Шейки. Воркует голубь. Мрамор. А что мрамор ваш? 500-300, смотришь. 300-500. Утром согнулся, конечно. У меня есть пара. Ну а чего ж не привез? Я таких вам нафига, они думали так. Пацан снимает, который постоянно выкладывает на... Привет. Добрый. Как у тебя дела? Да ничего. Чего, птица нормально? Переболела? Да, вроде бы нормально все. Нормально, да? Да. Удачи тебе. Спасибо. Такие головастики. Головатые. Молодежь, белохвостые, чили. А чили такие почем? Ну это широкохвостые чили. А.
Это вот обычный, ну, мало, а тут широкоплавный. А вот эта вот крайняя пара, это что, иранцы? Это не ордены, это иранцы, это бойная птица. Вот голубка вот эта. И что стоит такая пара? А? Что стоит? 3 рубля пара. 3 рубля. А сами видели, как они? Да. Ну, они как вот Саня медленно летают, как вот ординар. Ага. Что они без боя летают. Медленно. Ну, с щелчком бьют? Да, сверху. Молодежь гоняет. Они летают. И голубь выгнаты почти черные. А лупка отсюда привезенная, вот она не гнатая. А голубь гнатый. С Ирана? А вот это... Это совсем другое. А это... Это же краснодарские? Вот, ну, это славянские. Славянские. Да, у него такие головногие ботинки есть. Как? Головногие ботинки черные. У вас тоже есть? У него есть. Он выводил, он с турком выводил. Турки белокрылые, черные, белохвостые. Угу. Вот он добавлял бакинцев туда, черных. Выводил хвосты чисто белохвостые, получается. Крылья убирал потом. Не белые, а черные они, крылья. Иногда бывает пробрасывает одну пару. Угу. Но это иногда. Но это... А вот таких вот он гоняет голубей? Да всех гоняет. Все летает. А телефончик можете оставить? Может быть, кто-то позвонит, заинтересуется. Его да запросто. Запишешь? А вы продиктуйте, вы на видео будет. Может быть, ему позвонят. Просто вот редкие такие. Вот кто-то до этого спрашивал у меня. Ну, как-то на рынке я не видел. Ну, это, тем более, это, если человек очень редко, да, гоняет такие голубей. Вот. Я бы сам с удовольствием посмотрел. Да. И... Голубь черный, голубка шоколадная. Ну вот, записываем. 8-918-46-50-902. Валико. Да, он краснодарский. Понятно. Хорошо, спасибо. У него с дома берут, приезжают, он птицу вводит. Вводит. Не, то, что, не просто держит. Понимаешь? Понятно. Вводит разные породы. Допустим, широкохвостым пчелям подравнивают. Подмешивают. Получается, и хвосты шире. Так бывает, когда продажа. Занимается человек. Это хорошо. А тут они больные. Только нет. Они вот так сидят. А если напаивают, они все летает. Это все будет до весны съедено. Да. Это копчара. Ну а что копчара делать? Поест все. Что делать? Что не продадим, то до весны. Кто-то выживет. Да, закрывайте. Ординарцы. Ординарцы уже Николаевские. Я уже по-старому. Даже такие. Курочки. Курочки вот такие. Так. И поймать 4 голубя. Вон курочки, видите как? Вот такие пара желтых павлинчиков. Голубатые. Как пошел закрыть хотел. Вот за этой мы приедет. Один. Да, да. Один меня походу пропал. А один слетает, бьет, но в лету его хорошо не видел. Много, поэтому не видел. Не скажешь же, блядь. Мраморный. А почем такие мраморные? 100-500. 500 рублей голова. Так, дальше вот отсюда пропустил я. Щечка. И что с такой стоит? Лук. Ну, прошу рубль. 1000 рублей. Если брать.
Крутохвостые все по штуке, в основном, где-то есть подороже, головатые. Сижу понемножку. Панцирный вроде бы. А это турки? Да, да. И что стоят такие? Подмен. 2000 голова. Черные. Давай за полторы заберем. Черные. Не, не, 2000. Ну все, тогда. Черные белохвостые. 12. Такие. 12. Я его покупал в Луганске, в Анапе. С Анапы. Армяне продавали. Я купил пару за 7. И голубка, блядь, кормил, выскочила и все. Бегал, бегал 2 дня по поселку. И кто-то поймал, и девочек ее поймал. А не гоняли каких детей? А? Или детей гоняли, или что-нибудь, как они бьют? Там у голубки есть телефон, это ее покупали из подкулок, привозили. Я тебе дам телефон хозяина. Я не знаю. Ну, сказали, что знают. А вы свой телефон не хотите оставить? Просто вот кто-то интересует, ну, редкая птица, вот, может, кто-то позвонит. Никто не звонит. Вот она прикидывали, когда так не будет. Ну, это тоже широкохвостый, да? А мраморные такие тоже хочу. Долго искать. 3 штуки. Понятно. Так, ладно. Жары их таких называют. Нет, они под собирать, я. Цвет такой своеобразный. И почем такие вот жары? Вот такой. Почем такие вот жары? 250-300. 250-300. Такие они своеобразные. И вот, Коль, голубка была вот такая. Так. Белые. Опять же белые, большие. Тоже. Головатые. Белые птицы очень много. Так, сейчас сюда пропускаю я. Вот. Чайки. А чайки почем такие? Ну вот 4 штуки здесь за 1000. 4 чайки за 1000 рублей. Какую цель? Вот это голубь. Мраморный. Римский великан. Еще парочка таких. Вот. Мощные. Да. Спаньи. Это на чеку. Да, мои. Так, что, не продал он никого? Да нет. Шейки. Не знаю, они есть молодые. Так что ж ты не знаешь? Нет, я того тебе не собираюсь. Вот твой голос. Мраморный. Это птица хорошая. Вы соседка, да? Да. Все тебе знают, ты хороший человек. Спасибо. Мрамор вот такой красивый. Они летают, они летают.
летать по 3 часа. Да они бою нет. Да нет, а почем такие мрамор? А по 500. О, знакомые люди, которые по интернету смотрим. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ты узнаешь дядю? По интернету мы его смотрим. Владикавказа. Дядя узнали с Владикавказа. А, ну вы в Ютьюбе, наверное, да, смотрели, да, да, да? Видишь, аж сюда приехали. Значит, крутая выставка, наверное. Да. Вот ходите, покупайте. Почем такие желтые? 5 голова. А вы из Кавказа приехали сюда? Да. А мы с папой на ваш канал подписаны. Хорошо. Такие баракапканов вот таких вот. Были времена. Вот такие. И почем такие? 1,5-2. 100 рублей за фотографию. Берите, чуть-чуть. Юра, нет? Да. Юра. Здравствуйте. Добрый день. Смотри выпуски. Спасибо. Почем? Не. А что косматок мало покажешь? Все время бакинцы. Я знаю, что ты держишь бакинцы, но косматок же надо. Не, ну я стараюсь, но иной раз. Так, сейчас на паузу.